ты вот стоишь иногда, ловишь себе на мысли, блин, ну круто же, ну как бы ты стоишь, ты видишь зал, эти вот сидят там 700, 600, ну как бы человек, как бы они, ну понятно, что это не только тебе, что ты красуешься, нет, ну как бы это же приятно, что значит ты как бы не зря пришел в эту профессию. Все артисты тщеславные люди, как бы в глубине души каждый об этом, у каждого это есть, как бы кто ни говорил, оно все равно есть. Вот когда, ну как бы ты отдаешься работе, чем больше ты как бы отдаешься работе, тем больше работа отдает тебе сначала. Ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. То есть в этом плане для артистов вообще очень важно трудолюбие. Тут очень, ну как бы малый процент успеха имеет талант. Как бы талант все равно нужно чем-то подчерпывать, чем-то доказывать все это. Только трудолюбием. Поэтому тут, ну да, то, что как для артистов, конечно, да, ну какой-то такой личной жизни, назовем это так, что ты как бы с утра ушел, ночью пришел, все как бы у тебя каждый день сурка такой. На работу, с работы, на работу, с работы. Тебе нужно там, ну, минут 15-20 там посидеть, там, выдохнуть, то есть отойти, то есть этот шлейф события этого всего как-то оставить. А так в целом, ну, как бы мы живые люди, хоп-хоп, все, пошли, так, надо еще в магазин зайти, хлебушку купить, все. Нас еще студентами понемножку нам так давали ролей. Сначала первые мы были счастливы, мы нас... Как раз, наверное, в 2009 или 2010 году мы в массовке бегали в спектакле «Ромео и Джульетта», и мы были такие счастливые, мы студенты, первый или второй курс, я точно не помню, но мы были настолько счастливы, что мы бегаем уже по театру драмы, все, и не важно, что, ну, как бы там, что мы вышли, все, все, убежали, нас нет больше, но это было круто. Ну, как бы это твои первые такие, ну, серьезные шаги в профессию уже. Это было, наверное, на четвертом, мы учились 5 лет, но это было, наверное, на четвертом курсе. То есть 5-й год мы уже как бы просто делали дипломный спектакль и потихоньку вот входили в репертуар. Конечно, страшно, то есть, ну, как грубо говоря, как корабль назовешь, так он и поплывет. Все хорошо, ты все знаешь, ты уже все это делал, никого не надо удивлять. Как бы все, делай то, что ты делаешь. Для мамы был восторг, конечно, мама, все, сын, молодец. Нет, на самом деле тогда и руководство театра, как наш педагог тогда с нами, Алла Винаидовна Коровкина, которая, ну, уделяла нам все время во время обучения, когда мы вводились вот тогда, ей большое спасибо во время работы, и, конечно, и после она, ну, тоже как бы хвалила, ну, говорила хорошие слова, что молодец, молодец.